Всем привет, с вами портал unipack.ru. Ваш маяк просто не только вот в мире упаковки, но и дизайна упаковки. И сегодня у нас для вас две новости. Это Мухина дизайн, упаковали сухие завтраки Нацби Гранола. И Депот разработали новый дизайн конфет «Родные просторы». Компания, правда, иностранная, но ладно. Итак, начнем с Мухина дизайн, и это агентство разработало дизайн упаковки сухих завтраков гранола. Мне дизайн нравится, сразу скажу о том, как он разрабатывался, вы можете, естественно, по ссылке в описании пройти и прочитать на нашем портале. Но вот лично от себя замечу, что все хорошо, кроме, блин, упаковки, и она такая мятая, вот это мне не нравится. Но дизайн супер, да, зачет. Переходим к Депо, они сделали, ну они у нас уже частые гости в наших рубриках про дизайн. И вот они обновили дизайн «Родных просторов». Конфетки эти вкусные, я их обожаю и думаю, вы тоже. Вот такой вот новый дизайн, осенний прямо, знаете, вот листва. Скоро, конечно, зима наступит, но давайте наслаждаться, по крайней мере, осенью. А мы, кстати, между прочим, готовимся к выставке «Агропродмаш 2020». И если вам нужно вот оборудование для упаковки чего-либо прикупить, еды всякой и продукции вашей, то вот вы не пропускайте, во-первых, наши статьи, а во-вторых, у нас и видео будут выходить по этой выставке. Ну и на саму выставку загляните бесплатно. Все, всем пока.